Стану. А. Я ее говорю, Линка, Ниву в рейчер. Свою. Какую из? Которая была у тебя 226. Где? Ну так нахуя ты ролишь эту шею? Она не понимает ничего. Не, типа я ничего не говорю, но просто я тебе скажу на будущее. Дух поле палу никогда нахрен не нужен. А вот это что же самое, что Вара в МП5 одевать. Вара еще создай и в МП5 его одевай. Хули там и тем левел же. А то типа похуй, я не наезжаю, мне посрать чисто. Не, ну я надо понимать, что это ты ткань еще на Вару поодевай, нормально тоже будет. И тем левел. Надо же смотреть, что на класс твой нужен. Вот короче, я тебе скажу просто, вот эту шею, которую ты миганула, вторую, которая у тебя была, она лучше по той причине, что там есть МП5, который тебе дает больше, чем дух, который ты сролил. А да то, что я уже была... это прочитала, блядь. А чё ты кричишь-то, ёмно? Когда я тихо говорю, все говорят, что я ору. Охрен. Не все мы всё шарим, может... И на Пандарии в дух одевались. Там кое-кому надо выйти быстрее, да? Это шаман хил, который. Чё, ему надо? Я вообще не помню, какой там шмот был, конечно. По-моему, там фул в крит вбивались, всё. Ну, на катаклизме я не помню. Ну, там тоже дух не одевали. Типа маны там у всех PvP хилов было 130 тонн, и поэтому... Там касс один стоил 10 тысяч маны. Это на катаклизме. Ну, я не помню, что там сколько стоило, но я по мане на арене не садилась, например, только если в PvE. На арене у меня всегда была фулл мана. Скажу больше, нормальные поле палу. Больше никто не ролил, кроме нас двоих. Я не ебу. Куда посмотри? Эвил Вор также ролил, блядь, шею. С этих троих шеи только мне заходит, по идее. Хотя я типа на спек ролю, как бы. Шка нахуй не нужна. Блин, блядский, да? Ну давай тебя. Что сряснем после боя? У меня нет маны, то она бесконечная. Что за У кого? У тебя на протопале? Да. А если ты клятву вязаешь, тогда у тебя бесконечная мана, если ты в это время еще и справляешь. Ну, типа, там какая-то фигня прокает, что мне святая клятва висит, пока да я хз, чё это. Фигня это прокает, называется в талантах. После каждой автоатаки, либо вязания скилла в рейнджу зоне, у тебя обновляется святая клятва. После автоатаки, а тут пахнет от правосудия. Я не знаю, так она должна по опу быть или нет. Вот Войд, нахера ты пошел, если он, блядь, его не риснули? Дайте БР. Альтерака. Ага, блядь. Чё за мобы такие жесткие? Это... Буду хуя мобов таких жестких. Я тебе скажу больше, у целка 10 обычки, блядь, жестче нахуй всего, блядь, это трэш. На боссах это хуйня, ебан. А чё вообще трэш делают? По неинтересной руке. Сделали трэш, чтобы просто закинуть, блядь, время.
Потому что этот инст вообще без тактики проходит. А чё, он тебе дал БР, а ты встал и тебя убило, да? А ты молодец, конечно, вставать под масс мобана. Ты не смотришь, там касс идет, вот смотри, касс пошел, масс ударил. Перед тем, как вставать, прочекай мобу, пожалуйста. Ебого, как будто первый раз сыпет. Приснули Джованни, блин. Спасибо. Так. Иди большого забирай. Я что-то думал, что босс согрелся, ёбаный его. Блин, вот тупо стою и бью, чем попало, что у меня горит. И чё у тебя должно гореть-то? Какой-то щит праведности, щит вестителя, молот праведника, освящение и молот. Огни сразу заливаем. Это к миликам относится в первую очередь. А я милик или танк, блять? Милик. Вперед кастовать каст, дадите Геру. Каст, который прилил сил, блин. Как у магов. Гера. Еба, сколько людей на эти перчатки, ну. Недостаточно.
Джованни с ролем. Тебе Джованни надо на кого? На хила, что ли? Или ты на шипа собираешь? Не бейте в отражение. Кому тут класс надо? Мобы пошли через стенку. А как я вообще в рот не иду? Да, если я чаржусь, иногда в текстуру проваливаюсь. Туда, что говоря, о мобах уж. Господи, это что мне попало, что мне только перелом. Сквозь тексты большого бил. Ебать, через грозу. А я тучка, я вовсе не шипаю. Интересно, когда я успел быть в детях авангарда, блядь? А, Анлин? Ну, в году 2013. Не, точно не 13. Ну, максимум в 16-м, 15-м, блядь. Не, в 16-м им уже пизда была. Вот тогда я, походу, и был, блядь. Но я не помню, что я был в детях авангарда, блядь. Ну, только помню, что дети авангарда это, блядь, кидал меня. А в Риперсах-то был там, в Аметистах, где-то там еще. Не помню, Royal Hell там. 25, еще. Да? А, Royal Hell так был, да. Ну вот, у Валеры, у коровы, ты, значит, был, вот где мы с тобой были. Корова мэн. Да я оттуда нахуй ну. Тогда был, блядь, когда мне косарь накинули из-за того, что мне сказали, блядь, этот, на. Ложимся, блядь. А я после этого, нахуй, умер, блядь. После слова ложимся, блядь. Умираем, типа, рейд. Мне накинули косарь ГП, блядь. Ну окей, блядь, пока. Ну да, там, блин, школьник был, блядь, психовал, пиздец. Ну, не школьник, там год был, это дебильный. Типа, нормально все проносилось, вся хуйня, вроде бы нормально, но потом он что-то мне начал бесить, я на лича пошел, блядь, этим, нахуй. Хантом, короче, на лича, блядь. Без дискорда, ой, без РК, без нихуя, блядь, короче, он там что-то мне то ли ГП накинул, то ли с гильдии кикнул, то ли я сам вернул с гильдии, уже не помню. После этого через полгода я опять назад вернулся, нахуй, как раз эта хуйня случилась. Ну, один раз я словил один косарь ГП из-за того, что, блядь, я Халиона перетаунтил, нахуй, нечаянно, блядь, это похуй. Блядь, тут надо начинать вот как... Только начал вов играть, вот здесь так и надо, по-моему. Как, таунтить Халиона, что ли? Нет, вообще, говорю, как вов начал заново играть, ну, одеваешься, типа, качаешься, все дела. Ну, тогда. Я ж сначала даже весь серый шмот собирал, когда только начинал тут играть. Голды нету вообще, блядь, пустой. Не, ну да, это сложно. А сейчас даже не хочу, сука, в РБК ходить. Новыми персонажами, а тем более... Убьешь босса теня рана, оттуда лутанешь книжку.
Потом тебе дадут, ты сдашь внизу этот квест, но это ты будешь делать уже после убийства Ласта, я тебя ставлю кого-то в патине. Будете себе сдавать. Так, готовьтесь давать станы по мелким, когда будут расти. Хули они не растут? О, пошел расти. Только сказал. Да, потом вниз опять попрыгаешь, тебе дают еще один квест, ты идешь на там, где мы погибли, убивали, вязаешь итем. Тебе говорят, надо найти кость. Короче, ты находишь кость, вроде бы сдаешь в РБК, не помню точно. Либо РБК, либо еще раз ее убить. На это, скорее всего, что надо в РБК. Почти репу докачал, ну мало. Да, дружелюбие. Да, уважение, точнее. Блять, какое уважение. Почти не. Тут же можно за эту репу брать что-то, да? Так? Кольцо 258 левел. За максимальную репу. А где брать его? Возле входа в кару. Молодец. Только смотри, кольцо не проеби, его можно поменять только когда у тебя будет фулл репа. Ну, то есть фулл репа вот когда я подниму и только... Нет, ты можешь взять любое кольцо, типа от 226 начинается с первого уважения и так дальше аппается. Ну в чем прикол? Если ты возьмешь кольцо, как, например, я, блядь, Навара тупанул, взял кольцо с духом, его нельзя поменять, пока ты фулл репа не покачаешь. Белорус Олег умер. Где? У меня, короче, чел, чей-то так, случайно кольцо выкинуло. А там похуй, он вроде возвращается. Нет. Пишешь на форум, все возвращается. Какой ты... Сидеть, висеть на форум. Какой ты плащ брал? Подожди, блядь, я ханта, блядь, весну. Какой ты плащ брал? На силу ли Агилу? Вот, на кого? Ну, на Вар. Где тут? А ты кто, Армс Фурик? Фурик, бери на Агилу. Если Армс на силу. Угу. Так, где у меня рез можно? Если чё, тут Армс больше дают ДПС, чем фурики, пока не в бисина. Не, ну да, блять, на цокле есть такие армсы. Были, точнее, которые фуриков делали. Ты посмотрел Т4, что тут пишут? На армс? Да, я уже я охуел. Так как только зашел, сразу линканули, я такой, нихуя ж себе бонус. И это только Т4, блин. Больше ничего такого нет, ну разве что когда ведут Т11. А сейчас там, наверное, эти РС... Блин, у меня маны нет. Беги. Там я же... какой-то выколол на ману. Тут же как, типа, если кто-то что-то проносит первым, они добавляют что-то еще, да? Нет. Не? Раз кожу ног пронесли. А, уже пронесли. Тут цепи надо бить как бы. А, блять, это босс, я думал, что мобы еще. Там хуже моба по бычке. А у Гири я его еще не убивал, только дошли до него. В смысле, мы ж убивали его? Вы, да, мы нет. Мы не сидел. Мы его не убили тогда. Тогда с этот офнулся. Тёма. А ты что, пришла вас не? Нет, тогда был бой. Я туда не попал. Что за глушение на 20 секунд? Помогите, пожалуйста. Цепи. Мать, 4 КДПС, нихуя себе.
Ну нихуя себе посохи. А, это Агила, сука. Пизда ты на транс, кстати, нахуй. Запы нужен. Ой, блять, метательные нужны кому-нибудь. Единственный вар. Ай, блять, нахуй отказался, ладно, похуй. Я распилил ее. Ай, поеблась. Надо было сказать раньше, сука. Да, все равно, пока я танка буду одевать, я думаю, уже получше убью. Да тут пушка Равена стоит один косарь, даже меньше. Тем более. Говорят, что типа тут вары танчат охуенно, а на цокле они наоборот хуёво. На цокле, блядь, тоже можно танчить. Ну там такие типа типичные, говорят, что вары не танки. Тут просто еще лучше им танчить по той причине, что у него есть хорошая прожимка на рейд. Тут большинство людей говорят то, что друиды не танки. Вы не слушайте, это большинство людей на сервисе, это просто серые массовые вещества. Заходим внутрь, блядь. Внутрь зашли, белорус Олег. Когда слышу белорус, сразу думаю, что это мне, блядь. Так, короче, если тут будет венец пламени, короче, в нем стоим, никуда нахуй не двигается вообще. Пока он не пропадет под вами. О, блядь, мне сало я стою, сука. Когда чародейская хуйня будет, взрыв, блядь, чародейский, то от босса убегаем. А у Плотины есть кончугня, которая косты сбивает? Нет. На катаклизме есть, там нет. Тут нет. Если бы еще на ЛК были, блядь, сбивания каст, то Плотина — это вообще имбаный. Максимум, который каст может сбить, это раз в 2 минуты, и то есть это эльф. Сука, 5 сало свалил, как то. То есть я могу сбить каст. И у нас через 3 секунды будет специальная обилка у босса. Убежали. Дальше альтерак остань, блядь. А щит-то спасает, оказывается, блядь. Унак. Венец пламени 5 секунд. Фу, блядь. Стоим, не двигаемся. Заебали каст сбивать на. Дал фир там элементалям. Видишь, я тоже бегал, все нормально. На ком венца не был. Забивайте. Не забудьте латануть моба. Ой, босса. Это моб, точно. Наконец-то. Кошмар. Колечко на танка, плечи на холи палуб. Мне нужно колечко. Вино не так хорошо, блядь. Хорошо, когда, сука, не падаешь, тебе чиниться не надо, блядь. Ну, как понимаю, кольцо не вырлило, да? Кольцо у нас ролил кто? Кольцо у нас ролил... Вой. Принял кольцо, жаль, пиздец. А где, ну, Шреддера просил. Что где? Ну, чёрная мразь. А, нихуя, я не понял, не войда, нихуя.
Куда ты пошел, блядь, Войт? Квест сдавать. Нахуя? После рейда надо было сдать. О, что-то прочитать надо. Ну там, где погибель убили. И что будет? Когда чудовище? Нихуя, дадут следующий квест. А когда чудовищ дадут? После трех РБК и после убийства еще одной погибели. Моб. Сука, в инвизе шкелится, уёбки, блин. Да, погибель это дракон. Я танк, который впервые потанчил завести. Я тебе расскажу больше. Ты не считаешься танком, если на тебе нету правильного нейсуста. Я не вижу его на панели. Заходишь книжечку, танковские обилочки. Да, я знаю. Просто во время боя как бы нельзя. Ой, ты просто мог умереть и портануться в библиотеку. Я спрыгнул. Чтобы не бежать. Я говорю, чтобы не бежать к нам, ты мог просто убиться об моба. Офигеть, сколько скиллов новых у меня. Ой, они у меня не стояли, прикиньте. Я даже не удивлен. Могла бы спросить, блять, у людей, что там поставить, что надо, как. Либо уже прочитать гайды, если собираешься играть на паладине. Сама разберусь. Ага. Ой, я не вижу эту фигню. Возможно, она у меня стоит где-то на панели, я просто тупо. А, она стоит у меня на панели, тоже. Вот только когда ты не танк, тебе на его нахуй не надо лезать. Да не ушили. Да-да! Я тут так хуй огрос армию. Полох его шмоти. Не, у меня тут что-то ретрика какой-то и пару шмоток. А, ну, особенно скорпион, вообще топ нахуй. Ну я не знаю, это не мой перс вообще. Хотя на циркуле этот скорпион только ретриком не шел, блядь, потому что наваров нахуй не нужен, блядь. Он тут нахуй не нужен. Мне кажется, или тут немножко понерфили зеркальце, блядь. Мне кажется, что на циркуле, блядь, это зеркальце 15 секунд действовало, не? А тут сколько? 10. По-моему, так же было. Значит, не помню. Ну, потому что скорб вроде, блядь, 10, а этот был 15, вроде, насколько я помню. Так, у нас, значит, блядь, а кто у нас станет? А, Вар, станешь у нас, короче, в зеленый, в синий у нас станет Шреддер либо Джованни, в красный Войт, все. Ты мне сказал? Да, ты единственный, Вар. В синий? Зеленый. Видишь, он зеленый. Когда в Мелизоне он будет, к Мелизоне станьте. Он тебе будет просто пускаться. Видишь, вот этот вот зеленый? Забери у хила, потому что хил сейчас поманится. Все, уйди служи и возьми зеленый луч на себя. Бля, как взять? Зайди в него, зайди в него. Еще дай назад. О! Хорош. О, блядь. Бей босс. Служи. Хорошо. Когда сейчас будет каст, тебе надо будет убежать вместе с этим рейдом, и он к стенке другой. Когда она станет темной вообще, этот босс. Когда лучи пропадут.
Побежали. Бегим, 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 бегим. Твой хант, блядь. Все, стоим тут. Отсюда не достает уже. Все, забирай. В следующий раз вон убегаем к этому, блядь. Зеленый забери. О, хорош. Так что он в босс. Блядь, еще раз забери. Ты у него, ты с него вышел. Бей его в жопу. Побежим его к книжкам, он к шкафу, блядь, в следующий раз. Когда будет темно. Сейчас он на мне, я не могу понять. Да, на тебя, видишь, на тебя дебафы идут. Дебаф поняли, смотри, у тебя стаки стакаются. Побежали. Белорус Олег, у тебя, блядь, есть отпрыжка. А не от сдерживания прожимания. Долгим. Не знаю, ему-то хуйня. Лучи разобрали. Колечко получше моего. О, офигенно. И вот Авхен забрал, блядь, шаман. Да? Кто-то остался его резать, нет? Молодец, Войт. Рейда-то тут нету. Давай, Алиса, покажи мастер-класс. Возвращайся, забирай. Так трафишь, что до этого будем чистить. Молчазар. Тут починка стоит. Без реп. Видели, какой пиздатый танк, да? Ага, после смерти первого танка, да? Блять, а тут нет свечек, нахуй, которых надо, блять.
Дилия не тупая, даже правильные неисты сейчас отключила. Так, шахматы после Мокшизара будут. Драка, ты где умер, блядь? Я забыл, он сидит музыку слушает. Закинул им бота, блядь, хер бы они сидели, блядь, с музыкой, блядь. Ну давай сразу босса с пуль, чё бы не, блядь. Зашли все внутрь, раздали фул ребаф. Ждем альтераку. Тут, короче, смотри, когда будет у тебя 1 хп, тут будет босс просто давать тебе 1 хп, ты Google, забегаешь за стенку. Google, да, за стенку. Я был помню. Тут? Хорошо, да, да. Если там кинется метеор, голем точнее, ты будешь просто отбегать на рейндж от босса. Типа, тут не надо за эту стенку забегать, ты, походу, считается как богодился или нет, я не знаю. Не дали они поставки за этот ДДОС. Они не дадут больше поставок, потому что до хера народу сюда перешло, блядь. А-а-а. Они уже, блядь, известны, нахуй им давать поставки, блядь. Если у них донат идет, им все идет хорошо, блядь. А дадут поставки, нахуй, людям, которые перешли, вообще невыгодно туда донатить, нахуй. И это не был ДДОС, это, блядь, походу логин сервера залежали. О, фул ребаф, нахуй. В РДД зону, встаньте. Джованни, ты чё там делаешь? Нахуя вы Геру с пула дали? Если у людей КД, нахуй. Не, для улетей, но... Ну дадут потом еще когда. Господи, откуда. Эвил Ворд. Там он за 5 минут, мне кажется, убил ваш босс. Тут вообще хила не надо на этом боссу.
Забежали за сум. Либо от босса. Метеор. Осторожно, как будете забегать за стенку только. Еще написала фаза 2, блядь. ДБМ, нахуй. Кто умер? Почему умер? Беларус, Олег. А, он курить ушел, да? Пускай курит, да. Ой, бил. Да, без тебя. Дайте по нему БР. Альтрак. После каст. Так, метеор сзади, Ртлеш. Стойте пока. Ушли. Батя даже мишку передамажил. ДДшники сместились все. А толку его барить было, я вообще не знаю. Теперь не убегаем от коста. Тут он теперь не ваншот. Сейчас будет топоры, блин. Осторожно, мили-зону отведи, Войт. И в РДД-зону. Бежали сближе. Еще ближе стали к боссу. И в босса упал, блядь, ебать. Это что за метеоры ебаные, блядь? Добивайте как хотите. Че он по два метеора кидает? Ух ты, какой топор. Ха. Паладин, разбойник, шаман. Так. Дайте мастерс. Войт, а тебе не надо квесты сдавать, не? Книжку лизнуть там. На погибели. Ну, можно. Вот после шахмат пойдем сдадим. Не хочу шахмат. Поебень, стоишь, дрочишь. Плюс репа, плюс УД. Да, хуйня это все. 300 халявных. Это как в РБК сходить. Так же лень. Рисните, быстрее давайте.
Нет, еще шахматы есть, возвращаемся обратно. И что, сейчас два РБК будут или что? После этого прочитать. После того, вроде надо кость найти. Сколько помню. Кость ебаная, сука. Да, на шахмат. С топором мне хоть повезло, а то мне вообще пух ни о чем. Ну тут нормально, на самом деле. Не знаю, куда я бегу, короче. Тебе на погибель надо, если ты взял класс, клинка не квасть. Ну там прочитать хуйню надо. Да, так это надо везу где-то на середине, блять, или тоже немножко дальше, где на погибель бери. На этой платформе именно. В самом конце почти. Ты что, я уже проходил? Давайте, давайте, упускайтесь ниже, блядь. XS, блядь, Шреддер. Встали сюда. Короче, в начало выводим все рубак до конца. То есть до этих фигур. Либо если перед вами стоит фигура, просто до конца доводим и все. Потом садимся в остальных боссов, мобов. Я в чернокнижнике. Боевого вождя Чернорука просто контрольте, чтобы его массом не заливало. А босса ихнего, вон, стоит, король Лейн. Лейна заливаете масухами. Ну, не масухами, а дальними фигурами. Так, завел босса. Сначала простых в рубак пешек. Садитесь, выводите пешек и все всех. Ну, почти всех, которые стоят перед главными фигурами. Перед орком, чернокнижником. А потом садитесь в большие фигуры и бейте короля. Орки не кролит, оставляет линейно прямо перед собой. Чернокнижник бьет сдалека из рейнджа. Король бафает всем геру. Тура, это призванный демон, бьет массом всех, кто возле него. На две клетки. Шаман, садись, блядь, блядь. Кого там? В короля сядь. Че, мне из рука вылазить его, из этого рубаки? Из рубаки, да, вылазь уже. Вылазьте все с рубак. Они просто должны быть как стенка и все. А дальше бьем короля. Так ужасно поставили, как пройти это между ними, блядь. Между ними приходить не надо. Разве что если ты демон. Бинго. Сука, ебаный рот. Че? Че там такое? Да нихуя, бой ебаный. Зайди, кто в орке сидит? Зайди, ты должен стоять в короля Лейна. Ты, то есть, должен стоять сзади меня. Чтобы ты по линии стоял перед королем. Алиса. О, рестарт через 30 минут. Ляпушка на ловкость, но она танковская. Возможно ли такое лол? Да, тут возможно. Блин, у меня какое-то обновление флудит, я короче вы.
Есть еще кто-то возле кары? А еще есть кто-то с тобой? Мне надо суммануть туда. Я забыл, надо кольцо взять, ё-мо. Ой, тут? Чем могу быть полезен? Ступай с честью.